challenges and solutions in foreign policy, international security, finance, sustainability and climate change. Network with visionary collaborators in the bold and futuristic city of Astana. Make an impact at the Astana International Forum 2023. You can change the world around you starting now. For example, buy a car in a day and give it to a close one. Or move into a new apartment where everyone will have their own room. Or start your own business and change other people's lives. Freedom Bank, time to change. It all started with a spark. And then we tamed the fire. Once we conquered metal, there was nothing that could stop us. We became explorers and pioneers. We never rest on our laurels. And we always strive higher and higher to new horizons. We dig deeper, getting further and further. We are mining more and more. There are many of us, and we are trusted by the whole country, as well as hundreds of partners around the world. Kazakhmys is the copper heart of the country. NCOC компаниясы біздің ортақ сапарымыздың басынан бастап NCOC компаниясының көзқарасымен құндылықтарын іске асыру және ізгіліктерді ортақтасатын адамдарды тартатын мақтан етеді. Біз қауіпсіз жұмыс істеуге, нәтижеге жетуге, ұжымдасып жұмыс істеуге ұмтыламыз және мұнай-газ саласында үздік нәтижелерге
Ladies and gentlemen, дамы и господа, для меня большой честь является поприветствовать вас на открытии панельной сессии Международного форума Астаны в 2023 году. Тема нашей панельной сессии – это переосмысление мирного времени, конфликтов и мирового порядка. Меня зовут Али Аслан. Я являюсь международным ведущим, журналистом, и с удовольствием я сегодня буду являться модератором данной панельной сессии в рамках Международного форума «Астана». Конечно же, буквально недавно на этой сцене проходила пленарная сессия, и сейчас мы с вами углубимся в одну из тем, которые были затронуты в рамках пленарной сессии. Мы с вами будем говорить о новых парадигмах мирного времени, конфликтов и мирового порядка, реагирования на все эти современные вызовы со стороны лидеров, со стороны различных государств. И мы, конечно же, в течение ближайших 75 минут постараемся все эти темы озвучить. У нас сегодня многоуважаемая аудитория и спикеры глубоко уважаемые. Я очень рад, что здесь вместе со мной есть всем хорошо известный человек. Человек особенно известный в Европе, но также и в этом регионе на протяжении многих лет он являлся президентом Европейской комиссии и сейчас является неисполнительным председателем Goldman Sachs. Пожалуйста, Хосе Мануэль Бароса. Также мы очень рады поприветствовать на нашей сцене одного из известных мыслителей в вопросах международной политики. Это основатель и исполнительный председатель ИФРИ, Французского института международных отношений, один из наиболее уважаемых институтов, находящихся в Париже. Очень рады приветствовать Тьерри де Монбриаля. Также с нами присутствует очень известный человек в этой аудитории. Это председатель Конституционного суда Казахстана. Ранее была омбудсмен по правам человека Эльвира Азимова. Кроме того, я очень рад поприветствовать человека, который многие годы находится на передовой борьбы с изменением климата, ранее посол по вопросам изменения климата, сейчас директор фонда для «За лучшее будущее» имени Пан Ги Муна Рэй Кван Чонг. И также с нами сегодня присутствует среди спикеров директор Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов и заместитель главы секретариата ОБСЕ Тула Юрёля. И последний, но не менее важный спикер, председатель организации Vision and Global Trends, очень известный аналитический центр, Институт глобального анализа, представляет Тиберио Грациани. Давайте начнем сразу с дискуссии. Вопрос господину Хосе Мануэль Баросу. Много о чем нам предстоит поговорить. Посмотрите, наверное, если посмотреть на заголовки сегодня, то голова идет кругом. Мы буквально переходим от одного конфликта к другому. Разное количество как буквальных, так и в переносном смысле полев боя. Как человек, который многие годы находится на передовой политике, конечно же, как экс-президент Европейской комиссии. На ваш взгляд, каковы самые важные вызовы, с которыми сталкивается международное сообщество сегодня? Спасибо большое, Али. Действительно, для меня большая честь вновь присутствовать в Астане, в Казахстане. В этой стране я в прошлом бывал много раз. Но, конечно же, для нас в Европе наиболее важным вопросом сегодня является конфликт между Россией и Украиной. Но это актуальный вопрос не только для Европы. Я думаю, что
мир после февраля прошлого года не будет прежним. Я буду говорить очень искренне, поскольку нас в пленарной сессии призывали быть откровенными. Я поэтому скажу честно, мне кажется, что мир никогда уже не станет прежним, потому что эта война усилила какие-то тренды, которые уже существовали в прошлом. На самом деле пандемия, ну и также я сейчас являюсь председателем организации, которая занимается распространением вакцины, и я внимательно отслеживаю ситуацию, и мне кажется, что в том числе возникают вопросы в сфере общественных благ, таких как общественное здравоохранение, геополитика влияет и на это. Но это не просто проблема войны в Украине, это еще и проблема усиления конкуренции между США и Китаем. И мне кажется, что сегодня есть существенный риск изоляции, разъединения мира, как сегодня дипломатично говорила уже представитель МВФ, она использовала термин фрагментация, это экономическая фрагментация, технологическая фрагментация, и плюс ко всему этому геополитическая фрагментация. Я, поскольку уже не являюсь больше государственным служащим, я все более искренним становлюсь, поэтому я делюсь своим собственным опытом. И из моего опыта мне кажется, что сейчас очень плохой момент для многосторонних отношений, для глобальных действий. И я здесь имею в виду не только ООН. Посмотрите, например, на Большую двадцатку. Большая двадцатка была создана по инициативе Евросоюза, когда мы вели переговоры с тогда президентом Джорджем Бушем в 2008 году в Кэмп-Дэвиде. И он говорил, на тот момент была большая восьмерка, куда входила Россия. И он тогда сказал, что большой восьмерки уже недостаточно. Нам нужна более широкая группа, которая будет реагировать на всемирный финансовый кризис, будет бороться с протекционизмом, в направлении которого шел мир. И нужна как минимум большая двадцатка. И тогда уровень сотрудничество между Европой, Китаем и многими другими было гораздо лучше. Сегодня я такой ситуации не наблюдаю. Сегодня мы видим недостаток доверия, и я боюсь, что этот тренд будет продолжаться. Я надеюсь, что это пророчество не сбудется. То есть я сейчас его озвучиваю в надежде на то, что оно не сбудется, но мы сейчас уже переживаем эту тенденцию. Мне кажется, что ситуация будет становиться еще хуже в ближайшем обозримом будущем. Спасибо большое, господин Баросо, за очень искренний ответ и искреннюю оценку ситуации на сегодняшний момент. Вы, конечно, как европеец, правильно отметили, что война в Украине и ее глобальные последствия, конечно же, в большом фокусе Европы находятся. Ну и есть другие вопросы, как соперничество между США и Китаем, многополярный мир и многие другие вопросы, которые вызывают обеспокоенность. Спасибо большое за ваши первые комментарии. Я, конечно, буду к вам еще возвращаться. А пока давайте дам слово Тьерри Монреалю. Тьерри, вопрос к вам. Мы друг друга знаем уже многие годы. И мне кажется, что вы, как человек, который во многом занимаетесь формированием политики, для вас текущий мировой порядок также вызывает много вопросов и обеспокоенности. И тот же самый вопрос задам вам. Как вам кажется, какие самые важные вызовы существуют для нас, не только как для европейцев, поскольку у нас здесь два представителя Европы, вы и Хосе Мануэль Бароза, как вам кажется, с глобальной точки зрения, с какими вопросами мы сталкиваемся? Пожалуйста, включите микрофон. Я не успел ничего важного сказать с выключенным микрофоном, успел только поблагодарить. Если бы мне нужно было в одном предложении сформулировать ответ, я бы сказал, что существует реальный риск, пока не очень высокий, но реальный риск развития ситуации вплоть до Третьей мировой войны. Но я сегодня утром очень внимательно слушал выступление, и мне очень понравился один момент, который был озвучен президентом Токаевым, когда он говорил о необходимости, особенно с стороны Запада, он не говорил, конечно, конкретно о Западе, но я сейчас добавлю, что особенно для Запада нужно
быть более осторожными с идеологией, потому что идеология – это опасный вопрос. Нам нужно быть реалистами. И реализм в международных вопросах не равен циницизму. Мы должны это разделять. Нам нужно быть очень реалистичными, если мы хотим перейти к более идеалистичному видению мира. И я думаю, что сегодня утром было очень четко обозначено, что долгосрочное идеалистическое видение у нас общее, но нам нужно смотреть на ситуацию реалистичным образом сегодня, чтобы она не ухудшилась. О чем я говорю? Ну вот о том, что вы назвали соперничеством, стратегическим, может быть, соперничеством между США и Китаем. К этому вопросу нужно относиться очень серьезно, наверное, даже более серьезно, чем мы сегодня утром к этому относились. Я думаю также, что существует реальный риск с точки зрения аналитического института. Мне кажется, что существует реальный риск развития конфликта по вопросу Тайваня, и не только. Никто, конечно, в настоящее время этого не хочет, и Китай также к этому не готов сейчас. Плюс США и все мы хотели бы развивать торговые отношения по очевидным причинам, но, тем не менее, реальный риск существует. Что же касается войны в Украине, давайте будем называть это именно войной. Наверное, в этой войне все пошло не по плану Путина и остальных. Вы знаете, как начинаются войны. Когда начинается война, никогда не знаешь, куда она приведет. Наверное, большинство экспертов сегодня сказали бы, что вряд ли в течение года этот конфликт будет решен, но развиваться он может в разных направлениях. И третий момент, и я после этого закончу свои комментарии. Третий момент, меня очень сильно беспокоит политизация или даже превращение торговли в оружие через процесс санкций. Очень легко начать двигаться в таком направлении, которое сделает торговые и экономические взаимоотношения оружием. И, допустим, когда господин Блэквелл говорит об этом в США, это кажется все пока теоретическим, но на самом деле это очень опасный процесс, потому что если мы хотим сохранить разумную открытость мира, то это должно быть достаточно безопасно с точки зрения политических аспектов. Спасибо большое, Тири де Монбриаль, спасибо за вашу очень реалистичную оценку текущей ситуации, того, что происходит сейчас в мире. И мы должны смотреть на много областей одновременно, конечно же, они все взаимосвязаны, и мы также благодарны вам за те прогнозы, которые вы сейчас озвучиваете. Действительно, мы должны ожидать достаточно существенных последствий, и мы должны быть этим обеспокоены. Спасибо большое. Я еще дам вам слово чуть позже, но сейчас я хочу также и поприветствовать генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Джан Мин, который к нам присоединился. И хочу также слово ему дать, конечно же, являясь генеральным секретарем ШОС, у вас очень широкий взгляд на глобальные вызовы, с которыми мы все сталкиваемся, которые нужно решать, и я надеюсь, что вы можете поделиться своим мнением. И я знаю, что вы будете говорить на китайском языке. Да, пожалуйста, конечно же. А те, кто не владеют китайским языком, так же, как и я, пожалуйста, подготовьте свои наушники, и вы услышите синхронный перевод. Благодарю за господина Али за предоставленную речь, а также организаторов выступить речью на этом форуме. Данный форум является, я думаю, что как раз в этой нелегкой ситуации, по мировой ситуации, является основным фактором для того, чтобы организовать такие рода мероприятия. Особенно, в частности, сейчас очень в процессе сложных изменений мировое сообщество
также приносит свои изменения в ШОС. Новые вызовы, новые опасности, угрозы. Я как человек, поддерживающий мир, будучи оптимистом, конечно, говорится, что любая возможность, она дается именно тем людям, которые готовы. Поэтому мы должны подготовиться. Конечно же, это добивается путем сотрудничества, переговоров. Мои коллеги, которые сидят рядом, то есть в моем возрасте, они все провели, можно сказать, что какую-то часть своей жизни они провели во время холодной мировой войны, а также после. Холодная война, что она означает? То есть я думаю, что по этому поводу не стоит говорить, а после холодной войны в течение 30 лет я побывал в очень многих странах. И можно сказать, что мое личное мнение в каждой стране, а также в странах, именно развивающих странах, они добились очень большого результата, добились развития. Изменилось условие жизни к лучшему. Ну и, конечно же, бедность снизилась в этих развивающих странах. Также хотелось бы сказать, что в какой-то части после окончания холодной войны все-таки мир стал, именно развивающие страны начали изменяться к лучшему. Поэтому в целом мировому сообществу, а также обращаясь к в целом сейчас именно развивающие страны, столкнулись с трудностями. Ну и, конечно же, в настоящий момент происходит очень много вопросов, ну и конфликтов, которые развиваются на локальном фоне. Я уверен, что никто, никакой руководитель страны не хотел бы видеть войну. Каждая страна нашей страны должна сесть за стол переговоров и обсудить, обменяться мнениями, идеями, соображениями и содействовать сотрудничеству между нашими странами, потому что наш сегодняшний день — это продолжение нашего мира. То есть мы должны победить все эти вызовы. Так что, то есть сейчас это киберпреступность, кибербезопасность, искусственный интеллект. Это новые вызовы, которые мировое сообщество сейчас сталкивается. Поэтому человечество для того, чтобы получить прекрасное будущее человечества, мы должны сотрудничать. Только посредством сотрудничества и переговоров мы можем добиться этого результата. Шанхайский дух построен на слове сотрудничества. Поэтому именно благодаря взаимовыгодному сотрудничеству и переговоров мы в настоящий момент обеспечиваем безопасность нашего региона, экономическую безопасность. Мы видим, что члены стран ШОС — это азиатские страны. Господин Токаев, президент, утром сказал, что кто будет соответствовать вызовам настоящего
мира, он победит эти вызовы. Спасибо за внимание. Благодарю. Thank you so much. Спасибо большое. Господин Чан Мин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, вы озвучили множество вызовов, с которыми мы сталкиваемся, и также вы призываете к сотрудничеству, и действительно никто не хочет видеть в своей стране войну. Действительно, это призыв к сотрудничеству, к переговорам и к совместному решению вызовов, с которыми мы все сталкиваемся. Мы вас благодарим за ваш комментарий. Я вам также чуть позже дам слово. И сейчас я хочу предоставить слово Туле Юрьоле, директору Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов и заместителю главы секретариата ОБСЕ. Предотвращение конфликтов, Тула, ведь в этом-то вся соль. Это то, над чем мы сейчас работаем. Мы стараемся предотвратить конфликты в глобальном сообществе. И это один из тех вызовов, которые мы должны преодолеть, как об этом сказал господин Чан Мин. Я уверен, что нужно выбрать некоторые приоритеты. Что для вас является наиболее сложными задачами? Спасибо большое. Действительно, предотвращение конфликтов, а также и управление конфликтами и кризисами являются очень важными элементами. Я не буду углубляться в эти детали, но это, конечно же, основные принципы нашей работы. Они включают в себя и структурное предотвращение конфликтов. Я хотела бы несколько слов сказать, основываясь на том, что уже было озвучено. Я думаю, что в будущем многие элементы будут другими. Это, конечно же, связано и с войной в Украине, но и с рядом других вопросов. И я действительно боюсь этой идеи фрагментации, потому что движущие силы фрагментации становятся все более и более сложными. Действительно, мы должны быть реалистами. Я думаю, это единственный путь для нас вперед. Одновременно с этим мы должны реально смотреть на ситуацию и при этом стараться, пусть не быть идеалистами, но тем не менее мы должны разделять ценности и принципы друг друга. Мы также должны двигаться в направлении тех основных принципов и ценностей, которые мы можем наращивать здесь, в частности, в Центральной Азии. Конечно же, стабильность является очень важным фактором. И представляя ОБСЕ, я не могу не сказать, что то, что раньше называлось конференцией безопасности в 1975 году, естественно, с тех пор существенно изменилось. Это говорит нам о том, что все-таки нам стоит фокусироваться на надежде, на оптимизме. Мы должны работать с самыми важными причинами, мы должны смотреть на движущие силы и, конечно же, бороться с изменением климата, с ухудшением климата. Насколько полезно вообще нам с вами иметь какие-либо разногласия для того, чтобы решить эти проблемы? Спасибо большое. На этой оптимистичной ноте вы закончили комментарий, но при этом остались реалистом, говоря о многих вызовах. И, конечно же, и ваша собственная страна, Финляндия, также сталкивается с вызовами в свете событий последних лет. Например, даже Финляндия присоединяется к НАТО после многих лет политики нейтралитета. Само это решение, наверное, показывает, демонстрирует принцип реализма в вашем регионе. Также мы уже, конечно, говорили о войне в Украине и о ее последствиях на глобальном уровне, уже упомянули отношения между США и Китаем, говорили о росте глобального юга, о будущем Центральной Азии. Но есть, наверное, один вызов, который объединяет нас всех, вне зависимости от того, где мы проживаем. Это, конечно же, проблема изменения климата. И это та тема, над которой вы работаете уже более 3 десятилетий. Не только как бывший посол Кореи по вопросам изменения климата, но и как сторонник освещения этого вопроса. Конечно же, мы хотим добиться целей Парижского соглашения, прийти к углеродной нейтральности к 50-му году. Но если посмотреть на индикаторы, на достижения, такое ощущение, что сегодня мы пока еще не добиваемся необходимого прогресса. Как вам кажется,
господин Рэй Кван Чун, является ли это справедливой оценкой и как нам двигаться в достижении целей на глобальном уровне. Во-первых, позвольте мне сказать, что для меня большое удовольствие вернуться на форум в Астане, потому что я много раз принимала участие в астанинском форуме. Мне кажется, что проблема климата не может быть отделена от экономических вопросов и от социальных вопросов. Эти все проблемы взаимосвязаны. Поэтому необходимо понимать движущие силы и коренные причины текущего конфликта и фрагментации. И, на мой взгляд, причиной является чрезмерное усиление конкуренции, которые пытаются обосновать победу любой ценой. И также менталитет, что победителю достанется все. Это усиливает конкуренцию не только в вопросах торговли, но и в политике. Поэтому, на мой взгляд, мы сейчас оказались в такой ситуации, которая является, наверное, последствием успеха свободного рыночного капитализма после Второй мировой войны, когда глобальная экономика росла быстрыми темпами, мы увидели большие успехи, столкнулись с падением социализма, радовались победе свободного рынка, пережили глобализацию. В 90-е, в 2000-е мы очень хвалили глобализацию, и тут вдруг мы начали сталкиваться с деглобализацией и фрагментацией. Мне кажется, это как раз является последствием успеха глобализации и свободного рыночного капитализма, потому что всегда существуют недостатки, и эти недостатки мы не смогли устранить соответствующим образом, и это привело к взрыву. Мне кажется, что поэтому мы оказались в такой ситуации. Если говорить о климатической сфере, мы не можем продвигать климатическую повестку, когда мы сталкиваемся с такого рода фрагментацией и интенсификацией конкуренции в торговле, в экономике, в промышленности. И мне кажется, что в таких условиях очень сложно продвигать климатическую повестку. То есть первый фактор – это интенсификация конкуренции. Нам сейчас необходимо задуматься о том, как мы можем управлять этой конкуренцией. Второй момент. Мы сейчас чрезмерно озабочены краткосрочным мышлением. Посмотрите на Wall Street, биткоин. Это все демонстрирует то, что все хотят стать миллионерами за один день. Это чрезвычайно близорукое мышление. А вопросы изменения климата долгосрочные, и нам очень сложно этот горизонт мышления расширить на длительный срок. Поэтому для меня основной вопрос состоит в том, как нам трансформировать свое мышление и перевести его с принципов конкуренции и близорукости к принципам долгосрочности и сотрудничества. Это должно быть основным предметом диалога и многосторонних отношений. Сегодня утром мы очень много слышали о важности диалога, о мультилатерализме, но диалог для чего должен вестись? Это должен быть диалог по обеспечению справедливой конкуренции, которая будет инклюзивной, которая будет устранять отрицательные последствия конкуренции. И плюс мы должны решить проблему близорукости и краткосрочного мышления. Вот это должно быть повесткой нашего диалога и многостороннего сотрудничества. По деталям климата давайте я скажу чуть позже. Конечно же, во втором раунде ответов мы дадим вам возможность поговорить более детально. Ну, конечно же, мне кажется, ваши первые комментарии были весьма четкими и понятными. Для того, чтобы обратить климатический кризис в возможности роста, нам надо отходить от краткосрочного мышления. И, конечно, вам для многих стран такой краткосрочный цикл возникает из-за того, что происходят выборы руководства каждые 4-5 лет. Наверное, это частично это объясняет. Спасибо за ваш комментарий. Мы к нему, конечно, еще вернемся. Сейчас вопрос госпоже Эльвире Азимовой.
Мы, конечно же, все собрались здесь, на площадке Международного форума Астана в Казахстане, и я думаю, что это уже указывает на растущее значение вашей страны и на растущие амбиции. Мы уже говорили, что сейчас меняется мировой порядок, у нас возникают новые альянсы, появляются новые игроки, новые направления сотрудничества, и в случае Казахстана мы видим регион и страну, которая может сыграть очень важную роль в будущем. Скажите несколько слов по этому вопросу. На ваш взгляд, какой вы видите позицию вашей страны в условиях меняющегося мирового порядка? Потому что мы же движемся в этом направлении. Предыдущие все спикеры уже говорили о том, что многополярный мир уже наступил. И как вы видите роль Казахстана в этом процессе? Мне кажется, что, наверное, эта роль будет расти. Пожалуйста. Этот вопрос связан со всеми предыдущими вопросами и ответами спикера. На самом деле, если говорить о роли Астаны, наверное, эта роль как раз не оставаться безучастным, принимать участие в этих процессах, именно связанных с диалогом и с мирным урегулированием конфликта. И в этом ключе очень четко Казахстан свою позицию обозначает на всех международных трибунах. Сегодня присутствуют представители международных организаций. Я хочу продолжить ту мысль, которую сказал господин Бароса в самом начале. Конечно, если мы говорим о войне, современная ситуация страшна тем, что война может быть без буквального оружия. То есть любой конфликт, он может быть порождением и социальных, и экономических, как уже было сказано, и иного характера последствий. И конфликты могут протекать медленно и на первый взгляд могут быть невидимы. Санкционная политика, кому выгодно? В ней нет ни победителей, ни побежденных. От нее страдают не только те страны, которые являются прямыми участниками конфликта. И, например, даже если посмотреть по Казахстану, по Астане, мы видим и вынужденных мигрантов, которые приезжают в нашу страну и с той, и с другой стороны. И, по сути, в этом ключе, наверное, нужно сказать, в чем, например, я являюсь представителем Конституционного суда, он создан буквально недавно, всего лишь 5 месяцев работает. Но, по сути, этот институт – это конкретная демонстрация возможности мирного урегулирования конфликта. Пусть это будет конфликт на уровне закона и его применение в отношении гражданина, но тем не менее это как раз сближает и диалог, и закон. Диалог и закон – это как раз то, что может применяться как и непосредственно во время конфликта, так и в порядке превенции, предупреждения. И право в этом ключе как раз-таки очень хороший инструмент. И сейчас, если мы посмотрим, прямые участники конфликта где-то, но, допустим, на Астане это отражается тоже. И поэтому мы в этом ключе, конечно, очень четко заявляем о том, что мы за мир и за безопасность. Вопрос в другом. Насколько сегодняшние инструменты, с учетом всех этих ситуаций, которые происходят, современных вызовов, сегодня актуальны. Современные информационные технологии показывают, не актуальны, нужно их пересматривать. И поэтому, когда мы говорим о многополярном мире, на самом деле мы должны говорить и многополярном, многоуровневом диалоге. В нем все должны быть задействованы. Thank you so much. Спасибо большое, госпожа Эльвира Азимова, за ваш взгляд, за вашу оценку. Хосе Мануэль Бароса, я хочу вам дать слово через пару минут буквально, и вы сможете прокомментировать. Но прежде чем я это сделаю, я предоставлю слово господину Тиберио Грациани, который также является ведущим аналитиком. Тиберио. Я думаю, что сейчас нам стало уже совершенно понятно, исходя из того, что мы услышали сегодня, что нам нужно найти способ навигации по новому мировому порядку.
Такое ощущение, что требуется новый подход к международным отношениям, принимая во внимание новых глобальных и региональных игроков. Старые формулы успеха уже не работают. Каким образом мы можем осуществить такую навигацию в этих новых водах 21 века? Спасибо большое за данный вопрос. Хочу поблагодарить вас за возможность поделиться своими мыслями с уважаемой аудиторией. В целом, если мы говорим о сдвиге парадигм, то нам также нужно взглянуть на исторический, очень драматический контекст. Мы сейчас находимся в переходном периоде, периоде однополярном. И мы сейчас переходим к тому, что мы можем называть многополярный, или то, чему еще нет названия на данный момент. Мы должны думать о мире, мы должны думать о конфликте совершенно под другим углом. Мы должны найти те структурные линии, на которых ощущается напряжение. То напряжение, которое существует в мире. Это напряжение появляется из-за конфронтации, из-за конкуренции между консервативными силами, которые пытаются поддержать свою гегемонию, и растущий вес новых игроков. Это напряжение задает ритм современным международным отношениям. Мы должны придерживаться совершенно нового подхода. Вместо того, чтобы думать о том, как решить так называемую арку кризиса, мы должны подчеркивать другие идеи. Это идеи сотрудничества. И я полагаю, что наличие новых игроков, и нам нет необходимости даже ставить под сомнение наличие новых игроков Китай, Индия, страны Латинской Америки, действительно являются нациями настоящего времени и времени будущего. Мы должны найти такую модель, которая поможет нам построить мосты между различными регионами мира. Например, на мой взгляд, очень важно, когда различные лидеры, международные лидеры говорят о мире, именно в этот период времени мы должны внимательно их слушать. Нам не стоит отвергать эти речи с идеологической точки зрения, например, с точки зрения Китая. Мы должны внимательно слушать как Китай, так и Ватикан, а как и Южноафриканскую республику, так и страны Латинской Америки и Индонезию, например. Спасибо большое, Тиберио Грациани, за вашу оценку. В ходе первого раунда комментариев мы с вами сделали то, что сделал бы любой доктор при первой встрече с пациентом. Сначала анализ проводится, то есть мы хотели с вами рассмотреть корневые причины текущей ситуации. Это касается и конфликтов, и других элементов. У нас с вами 30 минут осталось, и так как мы с вами диагностику провели, диагноз своему пациенту дали, давайте теперь назначим лечение этому пациенту, пропишем ему какое-то лекарство, дадим наши рекомендации, как мы можем улучшить наш диалог, как мы можем улучшить нашу дипломатию. Ведь в итоге, вне зависимости от того, где мы находимся, здесь, на сцене, либо в аудитории, все мы думаем о международном сотрудничестве. Именно в этом вся идея заключается. Но вопрос «как?» Хосе Мануэль Бароса, к вам обращаюсь. Я думаю, что мы уже все понимаем, что в прошлом была холодная война, и Вашингтон был центром гравитации и центром силы, такая
единая сила, но теперь мы от такого монополярного мира уходим. Мы видим появление многих стран по всему миру, конечно же, Китай, Индия, Индонезия, Казахстан. Выберите любую страну, и эти страны не хотят больше где-то быть вне центра, они тоже хотят быть глобальными игроками, они тоже хотят иметь место за столом переговоров. Но как? Как? Мой вопрос к вам. И, пожалуйста, я знаю, что вы записывали комментарии, когда выступали предыдущие спикеры. Пожалуйста, основываясь на вашем многолетнем опыте, пожалуйста, скажите нам, как нам вести навигацию сквозь эти воды. Спасибо. В первую очередь, действительно, все так. Сегодняшняя глобальная ситуация отличается от глобальной ситуации в прошлом. Но нам не нужно полностью разломать предыдущий мировой порядок для того, чтобы построить новый. Все-таки есть ООН, есть МВФ, есть Всемирный банк. Все-таки лучше иметь эти организации, чем не иметь вообще никаких организаций. И я верю в то, что решение и поиск решения должен быть основан на глобальном верховенстве права. И я не вижу никаких альтернатив лучше, чем просто работать в рамках того, что называется международное право. Международное право означает, например, уважение суверенитета других стран, национальной независимости, территориальная неприкосновенность. И говоря о конфликте на Украине, я считаю, что это должна быть основой для переговоров, для обсуждения мира. И я согласен с тем, что мы должны выслушать все предложения, которые стремятся к поиску мира. И мы всегда должны продолжать открытый диалог даже с теми, кого мы считаем врагами. И ведь именно они и являются теми людьми, с которыми мы должны вести эти переговоры. Да, конечно, мы должны и с друзьями, и с союзниками вести переговоры, но в первую очередь нужно говорить с теми, кто с нами не согласен. Это мой первый момент. Второе, конечно же, сотрудничество, диалог. Все это должно происходить на основании международного права. Те принципы, которые мы все согласовали в рамках ООН. И мы упоминали санкции, и я хочу сказать, что я больше не представляю Европейский Союз, я представляю сам себя. И я могу вам с вами поделиться своим искренним мнением. Я помню, когда я работала в Европейской комиссии, страны-члены Европейского Союза решили и одобрили первый пакет санкций в отношении России после присоединения Крыма в 2014 году. То есть не Европейская комиссия это решение принимает, а сами страны-участницы. Но я помню это обсуждение. И действительно, лично я не верю в эффективность санкций. Я всегда говорю следующее. Если бы санкции работали, тогда Северная Корея уже бы отказалась от своей ядерной программы, Иран бы отказался от ядерной программы. Они ощущают на себе санкции, но видно, что санкции не работают. И единственный пример в относительно недавней истории, когда санкции имели какой-то эффект, это против Южной Африки, где происходил апартеид. И тогда весь мир поддержал идею санкций. Санкции против режима апартеида. Поэтому с европейской точки зрения, когда идет война, война в Европе, и одна страна является агрессором в отношении другой страны, есть три возможные позиции. Первое – ничего не делать. Либо дипломатические жесты и коммунике озвучивать. Второе – вступить в эту войну. И есть посередине вариант – это санкции. И я хочу, чтобы вы поняли, что в политике всегда мы должны принимать во внимание различные факторы. Ну, конечно же, санкции не являются хорошим решением, но альтернатива этой решению была бы еще хуже. Вот в этом весь смысл. Я понимаю все те последствия, которые ощущает на себе наша экономика. И, конечно же, и наша, ведь экономика страдает от санкций, ведь основной поставщик газа в Европу однозначно являлась Россия, 60%, а сейчас практически ноль. Все это
за счет очень высокой стоимости, то есть высокая цена этому была для обычных жителей. То же самое можно и про Казахстан сказать. Мы в Европейском Союзе, и опять же, я не говорю от лица Европейского Союза, но 40% торговли Казахстана с Европейским Союзом. Европейский Союз является номер один торговым партнером Казахстана и номер один инвестором в Казахстан по-прежнему на данный момент. То есть мы очень сочувствуем Казахстану. Конечно же, нечестно, что Казахстан должен страдать и ощущать на себе все эти последствия, но все мы ощущаем на себе эти последствия, которые являются результатом той ситуации, которая вообще не была вызвана Казахстаном и не была вызвана Европейским Союзом. А давайте про Финляндию поговорим. Финляндия присоединилась к НАТО, и Швеция, которая, я думаю, скоро присоединится. Да никто об этом вообще не думал ранее. Если бы вы меня спросили в январе прошлого года, можете ли вы представить, что Финляндия будет членом НАТО? Я бы сказала, да невозможно это. А сейчас что? Это результат ситуации, которая не имела отношения к Финляндии изначально, к Европейскому Союзу. Это реакция, это реагирование на эту ситуацию. Мы должны понимать то, где пролегает ответственность. И если мы хотим решить проблему, мы должны ее решать. И для того, чтобы решать проблему, мы должны поддерживать и усилять наш диалог и сотрудничество. Спасибо большое. Если позволите, буквально на 30 секунд дополнительный вопрос, потому что вы говорили о роли Организации Объединенных Наций, о том, что ее нужно уважать, ее нужно укреплять, и что это все еще организация, которая, на ваш взгляд, должна играть свою роль. Но последние примеры, последние инциденты показывают, что ООН, когда доходит дело до критических вопросов, особенно в контексте Совета Безопасности, он сам парализует свою работу, то есть механизмы принятия решений не работают. Я знаю, что у нас будет отдельная сессия по ООН, мы не сможем углубиться в этот вопрос здесь, но поскольку вы говорили о важности роли ООН, я хочу к этому вопросу вернуться. То есть сейчас такое ощущение, что ООН находится в каком-то институте, из-за наличия определенных правил, в частности, в Совете Безопасности, не могут решить какие-то проблемы. Но это при этом не означает, что надо просто на этом закрыть ООН. Потому что до сих пор у нас не нашлось более хорошей альтернативы. Поэтому я все-таки сторонник продолжения диалога, в том числе на площадке ООН, потому что это единственная глобальная организация, имеющая какую-то глобальную легитимность. Но при этом мы должны быть открыты и другим инициативам. Особенно если это инициативы, которые, например, могут обеспечить мир между Россией и Украиной. Конечно, это тоже важная работа. Но в конечном итоге все равно точка отсчета на глобальном уровне у нас остается Организация Объединенных Наций. Спасибо большое. Следующий вопрос хочу задать Джан Мину, который говорил о важности стабильности при международном сотрудничестве. И, конечно, Шанхайская Организация Сотрудничества также готова сыграть свою роль в этом направлении. Но, опять же, поскольку мы сейчас говорим о поиске решений и рекомендаций на будущее, нам понятно, что мировой порядок очень быстро меняется, и возникают новые региональные, национальные, глобальные игроки. И вы призывали к стабильности, к международному сотрудничеству. Я думаю, что все это понимают и все эту мысль разделяют. Но тогда встает вопрос, как это сделать. Мы говорили о многих областях конфликта в рамках данной панельной сессии. Но какой выход? Можно сказать, что я не самый хороший доктор, но, конечно, мы можем прописать очень хороший рецепт. По отношению нынешней ситуации, которая происходит в мировой арене, я думаю, что первое, я полностью поддерживаю мнение господина Бароса, потому что наш мировой порядок и вправду столкнулся с большими вызовами. Наш ООН продолжает продолжать и поднимать на своих плечах все свои эти трудности, вызовы. И он справляется с этой работой, в принципе. Также думаю, что мировое сообщество все-таки должно продолжать уважать принципы
он уважать принципы каждой страны, право каждой страны. Поэтому на этой основе мы должны вести диалог и привести в порядок этот мировой порядок на основе справедливости, правильности, для того, чтобы этот мировой порядок работал во благо мирового процветания. Ну и второе, я бы хотела сказать, то есть исходя из консенсуса, мы можем добиться многосторонности, так как ЮН, ООН, ООН является базой многостороннего сотрудничества. Если мы решим эти вопросы, мы должны все-таки основываться на ООН, то есть в рамках ООН должны решать эти вопросы и объединяться, а не каждый брать на себя ответственность и решать какую-то проблему и выписывать свои рецепты как доктор. Ну и третье – это вопрос безопасности, который по-прежнему является одним из самых главных и ключевых вопросов мира, включая терроризм, экстремизм и сепаратизм. То есть не только эти три зла сейчас существуют, конечно, сейчас существует и существует большинство транснациональных организованной преступности, киберпреступность, контрабанда оружия, наркотиков, также изменение климата. Все эти проблемы, которые приносят за собой большие ущербы. То есть таким образом ШОС, самым главным точкой отправки ШОС является это стабильность и безопасность в течение нашего развития, в течение 20 лет. Мы можем сказать, что в течение 20 лет мы уже обеспечиваем эту безопасность и стабильность нашего региона. Самое, как мы этого добились? Мы добились этого посредством сотрудничества, диалога, переговоров. Конечно же, и немаловажным фактором является экономический фактор. Особенно для развивающихся стран является очень важным моментом. Можно сказать, что голодный человек и сытый человек, у них ощущения очень разные. Поэтому, естественно, голодный человек будет развиваться в сторону развития, он будет улучшать свои процессы. Сейчас, в настоящий момент, в мировом сообществе, в целом мире существуют вопросы от базового до больших проблем, то есть недоедание до больших вызовов. Также все равно в этих проблемах мы должны объединяться и вместе решать эти вопросы. Если мы не будем объединяться и решать эти вопросы, мы можем испортить весь этот процесс мирового сообщества. Ну и четвертым, наш мир является цивилизационным, который имеет множество культур. Мы продвигаем толерантность и продвигаем взаимопонимание между странами и должны признавать друг друга. Только на основе этих принципов наше мировое сотрудничество добьется консенсуса, добьется большого сотрудничества. Ну и в конце я бы хотела сказать, что наш мир, помимо ООН, имеет большое количество
большое количество мировых организаций. Если эти организации могут объединяться по большей мере и укреплять это сотрудничество, я уверен, мы бы достигли бы большого результата. Ну и ШОС, который в настоящее время сейчас устанавливает и продолжает устанавливать это сотрудничество между другими международными организациями. Я, конечно, не уверен, что мой рецепт будет полезен всем и понравится всем, но это мое мнение. Спасибо. Спасибо большое. Ну, вы, конечно, абсолютно правы в том, что вы упомянули аспекты, связанные с бедностью, с неравенством между странами, вопросы продовольственной безопасности. Эти проблемы часто остаются в стороне, когда мы говорим о традиционных вопросах безопасности, но вы абсолютно, конечно, правы, говоря о том, что приоритеты стран и регионов меняются в зависимости от того, на каком уровне развития те находятся. И мне кажется, ваш комментарий очень хорошо резюмировал то, что вы говорили. Человек с полным желудком никогда, наверное, не сможет до конца понять голодного человека. Поэтому спасибо большое. Следующий мой вопрос к Тьерри Монреалю. В ваших изначальных комментариях вы говорили о том, что возможна эскалация конфликта, и вы нас предупреждали об этом. Вы даже сказали о потенциальной Третьей мировой войне. И, наверное, все мы в зале, да и за пределами, как раз этого и стараемся избежать, потому что никто в этом не заинтересован. Как человек, который многие годы отслеживает такое развитие, на ваш взгляд, какой будет у вас совет лицам, вырабатывающим политику по всему миру, как развивать диалог и сотрудничество, о котором говорят все наши спикеры? Спасибо, Али. И в первую очередь я хочу сказать, что в разговоре с очень высокоуважаемым лидером из Китая, не буду называть его имя, я задал ему вопрос о возможности Третьей мировой войны. И его ответ был следующий. Третья мировая война уже началась. Я хочу еще раз подчеркнуть, что эти слова были озвучены одним из китайских лидеров, не называя имен. Но так как я хороший француз, я отмечу три пункта. Это традиция французов, только три пункта озвучить. Вот в Китае четыре, у нас три. Я думаю, что особенно на Западе мы потеряли привычку стратегического мышления. Мы думаем эмоционально. Мы думаем идеологически, мы думаем юридически, мы интерпретируем международное право, мы не думаем стратегически. Это напрямую связано с тем комментарием, который был озвучен один из коллег касательно близкорукости мышления. Мы должны думать долгосрочно. И, наверное, в Китае лучше всего умеют это делать. Поздравляю коллег из Китая. Мы смотрим на бизнес, мы смотрим на результаты этого месяца, мы смотрим на результаты следующих трех месяцев. Давайте посмотрим на санкции, например, то, о чем говорил господин Барроса. Проблема с санкциями такова. Это то, о чем я говорил ранее. Мы используем торговлю как оружие, и это будет иметь долгосрочные последствия. Если я являюсь жертвой санкций, прямой или косвенной, что я буду делать? Я не хочу ведь зависеть ни от кого других, я буду усилять самого себя. Поэтому я призываю вас, дамы и господа, думать стратегически, думать долгосрочно, думать о последствиях того, что вы будете делать дальше. В Евросоюзе есть проблема. Какова? Опять же, та же самая. Мы думаем не стратегически. Мы лишь два оружия сейчас используем стратегических. Первое — это санкции. Они называются, я уже даже не знаю, пакет 12, 13. И мы обещаем расширение Европейского Союза.
Все новые и новые страны мы хотим пригласить в Европейский Союз. Но выживет ли сам Европейский Союз в таком случае? Вот в чем вопрос. Это был мой первый комментарий. Второй комментарий. Конечно же, намного лучше решать проблемы и конфликты путем переговоров, обсуждения, толерантности. Я с этим полностью согласен. Но если я посмотрю на историю, например, Ближнего Востока за последние 50 лет, самый лучший способ интерпретации этой истории – это давайте вернемся тогда к мышлению 19 века, не мышление 21 века. Принимая во внимание и современное развитие, и различные силы, различные альянсы, которые участвуют в этой ситуации. То есть давайте вспомним историю, давайте мыслить исторически. Это подводит меня к третьему и последнему комментарию, связанному с вашим вопросом. Что делать? На мой взгляд, нам нужна комбинация мультилатерализма плюс международного права с одной стороны. И, кстати, дамы и господа, не путайте мультилатерализм и международное право. Это две совершенно разные концепции. Мультилатерализм касается организаций, а международное право касается юридической, нормативно-правовой базы, которая имеет место быть. То есть, с одной стороны, действительно, мы должны продвигать мультилатерализм на основе международного права для развития региональных организаций, но этого недостаточно. С другой стороны, мы должны активно работать. Вы знаете, что господин Киссинджер ему исполнилось 100 лет на прошлой неделе, и в его честь я бы хотела сказать следующее. Мы должны работать по принципу не баланса сил. А баланс сил – это концепция 17 века. Это очень сырая концепция. Но мы должны работать на основании интересов. Мы должны понимать то, что мы должны принимать во внимание фундаментальные интересы наших соседей, даже если эти интересы нам не нравятся. Это то, о чем говорил Киссинджер 50-60 лет назад в отношении Ближнего Востока во время войны 1973 года. Так как арабы атаковали Израиль, Израиль затем разрушил Египет, что делал Киссинджер? Он сказал: «Нет, я не разрешу Израилю разрушить Египет полностью». И он был прав. Поэтому лишь за счет уважения фундаментальных интересов других сторон, и я еще вернусь к теме идеологии, и я соглашусь с моим коллегой из Китая, только на основании взаимного уважения интересов, еще раз подчеркну, фундаментальных интересов, принимая во внимание мультилатеризм и так далее, только в этом случае мы можем достичь более мирной ситуации. Спасибо большое, Тьерри де Монбриаль. Вы, как всегда, открыты, прямы, и вы призываете нас к взаимному уважению интересов, и вы призываете лидеров, в том числе европейских и мировых лидеров, быть более открытыми к этим вопросам. И еще один вопрос к госпоже Дуле. Пожалуйста, ваш комментарий, ваши лекарства для нашего пациента, ваши рекомендации. Каким образом мы можем переосмыслить мир, конфликт и мировой порядок? Спасибо большое. Я должна в первую очередь сказать, что мне повезло и мне не повезло. Мне повезло, что мне не нужно отвечать за весь мир. И с другой стороны, мне не повезло, что в регионе ОБСЕ у нас есть очень серьезный конфликт, который происходит, и нестабильность в других местах. Но я не столь оптимист, сколько прагматист. Поэтому у меня может быть несколько скучное решение, но это решение может нам помочь. Я думаю, если мы
ничего не сделаем, то последствия будут очень печальными. Мультилатерализм, я полностью поддерживаю здесь, нам требуется ООН, нам требуется ОБСЕ в регионе, тот, который мы охватываем. Нам требуется инклюзивный дискурс, инклюзивный в различных аспектах, инклюзивный в отношении стран, государств, включая женщин, молодежь. То есть инклюзивность имеет очень много аспектов. Мы стараемся найти способ решения. Мы должны найти какие-то общие точки соприкосновения. И международные организации как раз-таки нам предоставляют платформу для этих точек соприкосновения. Говоря в целом о наращивании доверия, мы должны об этом помнить. Это то, чем мы занимаемся. Мы об этом думаем постоянно в рамках ОБСЕ. Наращивание доверия как со стороны гражданских, это возвращает нас к вопросу коренных причин, но также и в военном аспекте, когда мы наращиваем доверие, когда мы думаем о том, когда же мы можем перейти к этим обсуждениям, когда мы можем начать думать об этом. И я рекомендую работать просто вместе на местах. ОБСЕ, ООН и многие другие международные организации, конечно же, очень активно работают на местах. Но, может быть, мы можем работать вместе? Давайте начнем на этом уровне. Не на политическом уровне, не на уровне политического дискурса. Там, может быть, слишком сложно сейчас работать. Но давайте прагматически подойдет к этому. Давайте работать на местах по тем вопросам, которые нас объединяют, которые нам дадут это доверие, эту уверенность. И говоря о стратегическом мышлении, к сожалению, это действительно сложно, но я думаю, что это приводит нас к мысли о том, это мой последний комментарий, как мы можем продвигать идею того, что мы должны сделать выбор. Выбор в отношении того, что мы хотим. Мы хотим продвигать мир, который основан на политике силы и власти, либо мир, который основан на праве, на мультилатеризме, на определенных правилах, которые помогут нам работать всем вместе. Я думаю, вот к чему мы должны стремиться. Ранее вы уже говорили, и мы обсуждали о том, что старые формулы успеха не работают. Да, они, может быть, не работают как таковые, но они могут, тем не менее, предоставить нам инструменты на будущее. Спасибо большое за ваш взгляд, за ваши последние комментарии. Конечно же, прагматизм — это то слово, которое сложно объединить со словом идеология, идеализм, но тем не менее, я думаю, что мы действительно сталкиваемся сейчас с большим количеством проблем. И господин Чан Мун, пожалуйста, слово вам. Действительно, если мы окажемся в условиях, когда на планете невозможно будет жить, если условия жизни будут невозможными, то, наверное, решение всех остальных кризисов покажется нам незначительным по сравнению с тем, что потенциально может случиться. Хочу дать возможность господину Рейкванчунгу сказать пару слов о том, каков путь вперед в плане борьбы с изменением климата, каков ваш рецепт. Поскольку я уже в качестве корневой причины упоминал краткосрочное мышление и чрезмерную конкуренцию, наверное, тогда путь вперед — это понимание того, что сотрудничество и долгосрочное мышление являются более выгодными. Мы должны понимать, что мы очень многое теряем из-за чрезмерного краткосрочного мышления и чрезмерной конкуренции. Нам необходимо это понимать. Вот вам аспект прагматизма. Дальше мы должны задумываться о долгосрочной перспективе. Мы должны понимать, что долгосрочная перспектива и сотрудничество – это более выгодно для нас. Если говорить конкретно о климатической сфере, для того, чтобы предпринимать какие-либо значимые действия в вопросах изменения климата, нам необходимо поменять экономику нашего мышления. То есть каждый раз, когда мы говорим об изменении климата, приходят экономисты и говорят о триллионах долларов затрат. Экономисты всегда говорят об огромных затратах, необходимых на борьбу с изменением климата. Такого рода мышление и менталитет необходимо менять. Это не затраты, это инвестиции. Если думать в долгосрочной перспективе, это именно инвестиции. Это затраты лишь в краткосрочной перспективе. Поэтому если мы сменим мышление на долгосрочную перспективу, мы будем этот триллион долларов рассматривать не как затраты, а как инвестиции в зеленые отрасли, в новые возможности экономического роста. Это та идея, о которой я говорил с 2005 года, как о парадигме зеленого роста.
но достаточно сложно эту идею продвигать. Но мне кажется, она очень важна. Нам надо фокусироваться не только на денежном аспекте и на технологиях. Нам необходимо еще и посылать сигналы ценообразования. Такая страна, как Казахстан, с ограниченными средствами, с ограниченными технологиями, как они могут добиться каких-либо значимых результатов по изменению климата? Это можно сделать только путем улучшения ценовых сигналов по ископаемым источникам топлива, чтобы было стимулирование к низкоуглеродному переходу в долгосрочной перспективе. Это невозможно сделать в краткие сроки, но в долгосрочной перспективе. Хочу еще добавить. Во-первых, текущий глобальный климатический режим сейчас слишком сильно фокусируется на ответственности правительства и бизнеса. Мне кажется, что это неправильно. Конечная ответственность лежит на всех потребителях. Текущий климатический режим и обусловленные национальным уровнем вклады должны учитывать другие стороны, должны учитывать граждан, потребителей, потому что они несут ответственность. Но в нашем глобальном режиме сейчас нет какой-либо платформы, где могли бы объединиться и внести свой вклад потребители. Нам нужно создать систему, где потребители смогут добровольно присоединиться и внести свой вклад. То есть мы должны говорить уже не о вкладах, определяемых на национальном уровне, а личностных вкладах. Не будет у нас климатических действий, если каждый не будет обеспокоен этим вопросом. Скажу честно, сейчас не существует механизмов индивидуальных вкладов. Мы должны их создать. И второй момент. Мы сейчас фокусируемся только на промышленности и на бизнесе и недостаточно задумываемся о потреблении. Например, Корея экспортирует в США и Европу автомобили Hyundai. Кто должен нести ответственность за выработку выбросов этих автомобилей? Корея. Почему не потребители в Европе или в США? Почему потребители не несут эту ответственность за выбросы CO2? Нам нужно пересматривать эти расчеты. И последний мой момент. Завтра во время обеда будет презентация книги «Новый Казахстан. Управление степи в глобальных изменениях». Я туда написал статью о том, как такие страны, как Казахстан, могут климатический кризис превратить в возможности. Спасибо большое, спасибо за ваше выступление и напоминание, и также спасибо о том, что вам напомнили нам о презентации книги. Я думаю, многие себе уже в календарь это мероприятие добавили. И то, что вы говорите о том, что надо рассматривать вклады каждой страны в борьбу с изменением климата не как затраты, а как возможность, это очень важно. И теперь хочу последнее слово предоставить представителю принимающей страны, госпоже Эльвире Азимовой, и немножечко уже перейти от мысли предыдущих спикеров. Госпожа Азимова, вы как представитель принимающей страны, потом подведете итоги, но пока вы можете об этом подумать, и я немного изменю порядок, чтобы успел Тиберио пару слов сказал, а госпожа Азимова была последней. Рассматривать наши проблемы в контексте геополитики мира, это, наверное, даже не противоречие, потому что на самом деле мы должны думать о геополитике инфраструктуры, сопряженности. Вот, например, мы сегодня присутствуем все в Казахстане, в Центральной Азии, и мы знаем, что в некоторых аспектах Центральная Азия также ощущает на себе некоторую фрагментацию из-за культурного, этнического разнообразия по разным причинам, но если мы будем смотреть на ситуацию под этим углом, то мы будем подчеркивать потенциальные кризисы в регионе. А если мы будем смотреть на ситуацию с точки зрения геополитического мира, тогда мы уже будем задумываться скорее о вопросах строительства инфраструктуры, обеспечения сопряженности между странами, потому что мы понимаем, что Центральная Азия – это лишь небольшой участок большой оси от Средиземноморского региона через Центральную Азию. И я думаю, мы можем найти
свою геополитическую идентичность для этого региона, такую идентичность, чтобы весь регион мог функционировать в рамках нового мирового порядка. То есть нам необходимо фокусироваться именно на инфраструктуре. Вот это мое основное предложение. Спасибо большое. Спасибо тебе, Рио, за ваши итоговые комментарии и за то, что поделились своим мнением. Я думаю, что все их учли. И теперь, пожалуйста, госпожа Эльвира Азимова, как представитель принимающей страны, как представитель правительства Казахстана, хочу вам дать возможность подвести итоги. Конечно же, невозможно обобщить все, что было сказано за 75 минут. Я такую задачу на вас не возлагаю, но хочу услышать вашу реакцию по высказанным комментариям наших спикеров. И напоминаю, что мы ищем выход из той дилеммы, в которой оказалось международное сообщество. Очень любопытно выслушать ваши мысли и ваши рецепты. На самом деле все высказывания наших спикеров, по сути, показывают, что понимание, каким образом мы должны стать более активными участниками мирного порядка, то есть как пересмотреть свою позицию, у нас совпадает. Я благодарю господина Бароса, что он продолжил вот мысль санкционной политики и ее неполезности, так скажем. Но на самом деле пришло очень такое четкое время понимания, что закрывать двери вот в этот зал для того, чтобы не выходили люди, и мы могли очень подробно с вами обсуждать, эта политика уже не актуальна. Поэтому закрывать двери не даст никаких результатов. Другой вопрос, какие инструменты, да, какие вызовы мы должны применять. Когда мы говорим про международные организации, вы вот дали комментарий про Совет Безопасности, но у ООН очень много других институтов, и мы почему-то про них забываем. Сегодня выступала директор ЮНЕСКО. Очень большая роль инструментов, именно связанных с сохранением духовности и нравственности общества. Было сказано про верховенство права. Да, это бесспорно, это принцип устойчивого развития. Другой вопрос. Сегодня у нас в обществе понимание уважения закона. Не потому, что закон плохой. Закон нужен для того, чтобы не допустить хаос и не допустить насилия. Закон нужен для общества, для того, чтобы не было анархии. Точно так же международные организации, международные площадки, они нужны. Каждый врач может выписать свой рецепт от болезни, а консилиум, он даст более эффективные и более превентивные меры лечения. Поэтому, будь то ШОС со своим мандатом в сфере образования, в сфере вопросов безопасности, связанных именно со специальным образованием, с повышением компетенции правоохранительных органов, это нужно, это необходимо. Если мы говорим о Совете Безопасности, что не все решения принимаются и доводятся до конца, но давайте пойдем по тому списку, как вы, уважаемый модератор, сейчас пошли. Вы нарушили сейчас порядок по второму вопросу и, допустим, дали мне, спасибо, завершающее слово, ответить на ваш вопрос. На самом деле это возможности международной организации. Еще один момент, связанный с тем, что нас сближает. Я не француженка, но тоже хочу сказать три вещи инструментов. Значит, первый вопрос, конечно, первый инструмент, связанный с международными организациями. Наверное, нужно здесь напомнить, у нас в Казахстане есть и реализуется концепция слышащего государства. Можно много говорить разных комментариев, но на самом деле концепция слышащего должна быть в международных организациях. Надо услышать всех, и ту, и другую сторону. Второй момент, связанный с духовностью и с нравственностью.
Я была свидетелем и участником многих площадок, когда мы говорили о культуре и говорили именно на площадках, где собирались экономисты, экономические площадки, но с позиции того, что каким образом экономика может помочь развитию культуры, сохранению традиционных культурных ценностей, возрождению и рождению новых ценностей. Наверное, пора уже говорить о том, как культура может работать и выполнять свою благородную миссию для того, чтобы устанавливать мир и безопасность. И я думаю, это очень важные инструменты, так же, как и другой момент. Мы говорим о гражданах. И я упомянула в ответе на ваш первый вопрос Конституционный суд. На самом деле Конституционный суд – это не только возможность, и в других странах это называется как Конституционный совет, и могут быть иные названия. 114 стран признали такой институт и ввели его. Но этот институт дает не только возможность восстановить нарушенное право через то, чтобы гражданин, когда обратился, рассказал свою конкретную ситуацию. Гражданин участвует в том, чтобы исключить неконституционность закона, привести его в соответствие с основным законом. И он это делает не только в своих интересах. Он делает это в интересах большинства граждан. И поэтому господин Барроса сказал про Еврокомиссию. Я хочу сказать, что и среди европейских стран есть разные мнения и отношения. И здесь вопрос, что нужно создавать на этих международных площадках механизмы, чтобы граждане были услышанными, поскольку именно они влияют на общественное настроение, поскольку государство формирует свою политику, исходя из общественных интересов. Но другой вопрос, какие модели должны быть восприняты, а модели могут быть разные. И, наверное, в этом ключе как раз-таки тоже это именно задача поиска и предложения новых инструментов. Поскольку есть резолюции, устоявшиеся, классические, бесспорные, как 1325, мир безопасности женщины, которую приняли на площадке ООН. Но пора уже вырабатывать новые инструменты. Спасибо. Дамы и господа, переосмысление мирного времени, конфликтов и мирового порядка. Вот то, что мы с вами обсуждали последние 75 минут. И я думаю, вы согласитесь с тем, что у нас было очень разнообразное обсуждение, которое приводит к дальнейшему размышлению на эту тему. Вне зависимости от того, из Португалии вы, из Китая, Франции, Финляндии, Кореи, Казахстан, из Италии, вне зависимости от того, откуда вы, из Европы, Азии, Центральной Азии, тем не менее, общие точки соприкосновения намного больше, чем наши различия. И я считаю, что именно это должно давать нам надежду на будущее, когда мы сталкиваемся с сложной ситуацией в будущем. И Хосе Мануэль Барроса, Джан Мин, Эльвира Азимова, Рейквон Чунг, Тиберио Грациани, Дуля Иролья. Спасибо вам всем большое за участие в панельной дискуссии. And this concludes. На этом мы завершаем нашу панельную сессию. Мы, конечно же, с вами только начинаем, еще очень много будет других сессий. Наслаждайтесь сегодняшним днем, завтрашним днем. Я желаю вам продуктивного и очень интересного форума. Спасибо за внимание.